Вечером 3 апреля в соцсети Twitter изменился логотип. Знаменитую голубую птичку заменили изображением собаки породы Сиба Ину, которая стала символом любимой криптовалюты нового владельца платформы Илона Маска – Dogecoin. Инвесторы массово восприняли действия команды Маска как намек на интеграцию Doge в Twitter, и это спровоцировало агрессивное ралли мемной монеты. Курс Dogecoin прорвался выше 0 долларов 10 центов к 4-месячному максимуму. В результате после смены логотипа Твиттера трейдеры потеряли 30 миллионов долларов в ликвидированных позициях по токену Doge. 7 апреля Твиттер вернул старый логотип, и Doge отреагировал на эту новость падения. 4 апреля в сети появились слухи о том, что основатель Binance Чинпен Чжао получил красное уведомление Интерпола. Сам Чжао сразу назвал это фейком и обвинил в атаках на криптобиржу своих конкурентов, хотя и не уточнил, какую именно торговую платформу он подозревает. Кто бы это ни был, усилия конкурентов, расшатывающих Binance, приносят плоды. По итогам первого финансового квартала криптобиржа потеряла 16% доли рынка. Популярная децентрализованная биржа DEX SushiSwap стала жертвой эксплойта из-за уязвимости в смарт-контракте. На фоне решения властей Италии запретить ChatGPT несколько европейских регуляторов готовы последовать примеру и тоже заблокировать чат-бот. Так о возможной приостановке работы бота сообщила Германия. Площадка одноранговых криптопереводов Paxful объявила о закрытии из-за резкого сокращения персонала и сложностей вокруг регулирования рынка. Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance отклонила предложение о покупке доли Джастина Сана в конкурирующей бирже Huobi. Срок регистрации для кредиторов обанкротившейся криптобиржи GOGS завершился, и теперь они начнут получать выплаты с платформы.